в предыдущих сериях. Есть плюсы в том, чтобы быть Малаком. Валерий, я ушел. Но твои враги не дремлют. Кто я для тебя? Абсолютное зло. Используй свои чары, чтобы соблазнить ее. Она тоже падет и станет одной из нас. Жизнь рассыпается. Без твоего отражения. Она ничто. Ты влюбляешься в нее. Я думала, ты умнее. Будь осторожна, Валерия. Займись с ней любовью. Сделай ее нашей. Дамиан сомневается. Ты потеряешь ее, как и меня. Ты желаешь ее. Что тебе мешает? И превратить в чудовище, как ты? Сделай ее своей, и вы окажетесь там, где оба должны быть. Дамиан, не допусти, чтобы история повторилась. Дамиан должен потерять свою семью, остаться один, только с Валерией. С мамой произошел несчастный случай. Случай? Ты уверен? Да. Работать с любовником жены после ее смерти, при том, что вся редакция в курсе. Я вами восхищаюсь. Что ты делаешь с маминой фотографией? Этот сукин сын меня изнасиловал! Я не знал, что она твоя дочь. Вы превратили моего отца в убийцу. Вы разрушили мою семью. Я остался один. Ты не один. У тебя есть я. Я люблю тебя больше жизни, Дамиан. Да. А что если я заплачу тебе одну часть сейчас, а остальное после выступлений? Но, Аида... Антонио, ты тоже музыкант? Был. Бывших музыкантов не бывает. Все мои клиенты музыканты, поэтому никто мне не платит. Трудные времена? Да, для лирики. Антонио, я наконец-то запишу диск. Эту сказочку я знаю. Все вы вот-вот запишете диск. Только на этот раз это правда. Ты можешь сыграть на бас-гитаре. Да, потом поедем на гастроли. Я запишу диск. Скоро. Я знаю. Что это? Царство духов. Рай верующих. Вуду. Ты привела меня на церемонию Вуду? Я привела тебя, чтобы ты увидел, как положить конец нашим проблемам. Кто этот человек? Унган, наш священник. Пойдем, момент настал. Для чего? Унган, обратись за меня к барону Самди. Помоги нам получить то, что мы заслуживаем. Барон Самди, помоги решить наши проблемы.
Услышь наши молитвы. Производство группы Телесинка совместно с Plural Entertainment. В ролях Аура Гарида, Хайме Алиас, Мар Саура, Ману Фулёла, Карло Ньето, Хорхе Сукет, Кармен Санчес, Хайме Пуйоль, Пабло Артей, Маро Вальдевельсо. Автор идеи Десет Аралас, Хакин Горис. Ангел или демон? Заходи, когда сможешь заплатить. Давай, спасибо. Родольфо Гаскон. Да. Здравствуйте. Можно Руди Гаскона? Его нет. Кто это? Я звоню из магазина Radical Music. Несколько месяцев назад он должен был сделать последний платеж за гитару. Он так и не заплатил. Вы могли бы сказать ему, чтобы принес деньги? 123 евро 47 центов. Я уже сказала, его нет. Он тут уже не живет. Не звоните сюда, пожалуйста. Что случилось? Ночь без луны. Какой-то человек говорит, что Руди купил гитару рассрочку. Он должен 123,47. Откуда ты знаешь? Он даже в глаза мне не осмелился посмотреть. Он похудел и как будто постарел. Нужно было сказать мне. Зачем? Я бы пошла с тобой. У меня нет выбора. Он мой отец. Но тебе незачем туда идти. Это ужасно. Конечно, в тюрьме ужасно. И именно поэтому мне нужно было пойти с тобой. Валерия, нет. Дамиан, как думаешь, почему я с тобой? Не только для хорошего, но и для плохого. Не ограждай меня, не отдаляй. Пожалуйста. Благодарю. Куда идешь? Есть одно дело. Какое дело? Не ограждай меня, Валерия, не отдаляй. Дурачок. Мне нужно заплатить за гитару моего брата. У меня остались только Дадарио. Подойдут? Да, хорошо. Так, девятка. Привет. Привет. Ты сказал 11? Да. Спиди были по отличной цене. Но уже закончились. Сколько девяток? Две. 11, ты говорил, одну или две? Две. Дождь.
Сколько с меня? 3,50. Из консерватории? Отлично играешь. Наверное, много лет сидишь за пианино? Если честно, не очень много. Вот здесь струны в упаковке. Держи, спасибо за покупку. До свидания. Кто это? Исабель. Она была хозяйкой магазина. Ее не стало несколько лет назад. Сожалею. Ничего. Чем я могу тебе помочь? Ищешь пианино? Нет, я пришла отдать долг. Сегодня утром звонили домой. Руди Гаскон должен за гитару. Прости, сегодня утром я многим звонил. Как ты сказала? Руди Гаскон, Рудольфу. Я его сестра. Он почти все выплатил. Я уже несколько месяцев звоню ему на мобильный, но он не отвечает. Мы уже давно о нем ничего не знаем. Надо же, сочувствую. 123-47, верно? Да, какая точность. Спасибо. Так ты не помнишь моего брата? К сожалению, я нередко продаю инструменты в рассрочку. Я думала, ты знаешь, где он. Твой брат музыкант? Да? Да. Тогда отсутствие новостей – хорошая новость. Тита, я волновался. Где ты был? А тебе-то что? Чего ты хочешь? Мне нужны деньги. Ты не можешь их забрать? Я заберу все, что мне вздумается. Это мой магазин, ясно? Пока нет. Твоя мать оставила меня за главного. Как только мне исполнится 18, я пошлю тебя ко всем чертям. Ты что-то хотела, Дуна? Ирис была права. Убив Дамиана, мы только повеселим эту глупую дрянь. Прости, я сделала тебе больно? Я уничтожила его семью. Это ничего не дало. Дало. Он снова с Валерией. Он переспит с ней. Они займутся любовью, и тогда она будет у твоих ног, умоляя разрешить ей стать твоей слугой. Когда? Скоро. Очень скоро, Дуна. Имей терпение. Заблуждаешься, Алексия. Моя злоба бесконечна, а терпения нет. Сама закончи. Генри. Генри? Генри Пёрсел. Тебе нравится музыка, Валерия? Да. Музыка никогда не стареет. Прожив много веков, это понимаешь. Антонио, хозяин музыкального магазина. Ему нужна помощь. Наверное, что-то с его сыном. Пасынком. Он сын Исабель. Тита, да? Ты быстро учишься, Валерия. Скоро я буду тебе не нужен. Не издевайся. Правда. Ты намного сильнее, чем думаешь. Тита невыносим. Капризный сопляк. Не суди его. Они оба в очень серьезной опасности.
Джапуаде. Ты ждал меня? С тех пор, как увидел на церемонии. Что может понадобиться Джапуаде от простого смертного? Скоро узнаешь. Что бы это ни было, я не подведу. Ради твоего же блага, надеюсь на это. Да, Тита, чего ты хочешь? Что? 1000 евро? Ты что, спятил? Секунду. Спокойно. Я достану деньги. Говори адрес. Не волнуйся, я достану деньги. Ладно. Хорошо. Жди меня. Я сейчас подойду. Деньги принес? Что они? Ты принес чертовы деньги, да или нет? Да. Здесь не все. Ты что, придурок? Я сказал 1000 евро. 1000, мать твою, евро! Это все, что я смог собрать. Все, что ты смог собрать? Ты ни на что не годен. Дай мне с ними поговорить. Ни за что. Ты все еще больше испортишь. Почему ты им столько должен? Тебе что за дело? Это наркотики? Если да, можешь мне рассказать. Не притворяйся, что ты мне друг. Черт возьми! Не говори так со мной. Я пришел, как только ты позвал. Хочешь, чтобы я тебя поблагодарил? Эти деньги ты взял из магазина моей матери. Они больше мои, чем твои. Пойми уже. Чего ждешь? Убирайся! Вот, деньги. Пойдем. Еще одну. Бедный Дамиан. Сначала мать погибла, теперь такое с отцом. Бедняга ни в чем не виноват. Да, трудная ситуация. Но знаешь, что я тебе скажу? Я не хочу защищать его отца. Но если бы я узнал, что какой-то козел изнасиловал Валерию, я не знаю, что бы я сделал. О чем вы говорили? Ни о чем, дочка. Иди, помоги мне. Вы говорили о Дамиане? Что-то слышно о его отце? Вчера он ходил к нему в тюрьму. Наверное, ему очень плохо. Тебе нужно быть рядом с ним, дочка. Мама, я рядом. Не нужно мне об этом говорить. Приглашаю его к нам почаще. Мы всегда ему поможем. Оставьте его в покое. Это не ваше дело. Не нужно ничего. Валерия, не надо так. Мы с отцом просто хотим помочь. Валерия, пойми, иногда нам тяжело общаться с тобой, как со взрослой. Ведь ты всю жизнь будешь для нас ребенком. Все хорошо?
Ты хоть что-то услышала? Да. Да, мне... Мне нужно. Похоже, она все поняла. Это произошло или произойдет? Антонио, нет, не делай этого. Тормози. Господи. Ты цел? Кто ты? Валерия, сестра Руди Гаскона. Ты была у меня в магазине. Валерия, сестра Руди Гаскона? Что ты делаешь посреди дороги? Долгая история. Ты меня чуть до смерти не напугала. Это я напугала? Ты чуть не разбился. Ладно, давай, садись. Нет, тебе на сегодня хватит. Я вызову такси. Не причиняй ей вреда, Дамиан. Я не просил твоей помощи. Я ее тебе и не предлагаю. Никто так с тобой не обращался, да? Не волновался за тебя. Не дарил нежность, ничего не прося взамен. Чего ты хочешь? Ты же решил отдалиться от нее. Не могу. Я не могу ее потерять. Если любишь, ты должен оставить ее. Нет! Я сказал, что не могу. Я не причиню ей вреда. Дамиан, ты всего лишь орудие, чтобы уничтожить ее. Нет. Ты выполняешь приказы. Поначалу возможно. Но теперь... Что теперь? Ты в нее влюбился? Ты ее по-настоящему любишь? Цена может оказаться слишком высокой. Особенно для Валерии. Хватит! 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 Завтра придется идти за машиной. Как ты мог сесть за руль пьяным? Да, да, это была глупость. Просто я был совершенно сам не свой. Снова Тито? Ты его знаешь? Я видела, как вы ссорились в магазине. Да. Да, да. Это все из-за Тито. Все вечно из-за Тито. Когда я стал встречаться с Исабель, мы прекрасно ладили. Он был совсем ребенком, а я был ему вместо отца. Потом она умерла. Было непросто. Нет, сначала было тяжело, но мы любили друг друга. Мне нужно было только присматривать за ним и заниматься магазином. Но не получилось. Его мать оставила магазин тебе? Только до совершеннолетия Тита. И осталось несколько месяцев. Скоро я окажусь на улице без всего и буду смотреть, как Тита теряет магазин. Тебе нужно поговорить с ним. Думаешь, я не пытался?
Да, но что ж, вы помиритесь, не беспокойся. Ладно, уже поздно, мне пора домой. Я оставлю тебе свой номер телефона. Если что-то понадобится, даже если просто поговорить, звони, хорошо? Спасибо. Валерия? Черт, я устал от твоих шуточек. Я исполняю твои желания. И Валерия хочет тебя так же, как ты ее. Не совершай глупость, не слушай Натаэля. Откуда ты знаешь, что Натаэль? Натаэль очень предсказуем. И ты тоже. Но ему нравится страдать. Нам этого не нужно. И Валерии тоже. Ты не можешь отказаться от Валерии, а она от тебя. Тем более из-за каприза этого старого глупца. Натаэль должен знать, что в итоге ты сделаешь, что я хочу. Почему? Потому что это намного проще. Ну уже, Дамиан, займись с ней любовью и получишь награду. А если мне не нужна твоя награда? Ты мне льстишь. Это не моя награда, она твоя. Твоя и Валерии. А что, если бы ты смог сделать так, чтобы она тоже жила вечно? Если бы она смогла быть с тобой до скончания дней? Скажи, что ты этого не хочешь. Это вам. Вот ваш чек. Прошу вас. Аида, спасибо. Пожалуйста, всего доброго. Доставай свою бас-гитару. Сегодня я иду на прослушивание в студию. Да, надо же, поздравляю. Все еще думаешь, что это суеверие? Ты хороша, тебе в любой момент могло повезти. Но это случилось сейчас. Это совпадение? Совпадений не бывает. Мне помог барон Самди. Вчера я тебе звонила, чтобы рассказать. Где ты был? Лучше не спрашивай. Опять поругался с Титу? Да. Ты должен с ним что-то сделать. Так нельзя. Тита неплохой парень. Видела бы ты его в детстве. Но он уже не ребенок. Он укурок, который издевается над тобой. До свидания. До свидания. Не будь наивным, Антонио. Нужно, чтобы он исчез из твоей жизни. Да, я уже думал об интернате. Только он уже вырос. Есть другой способ все уладить. Да, барон Самди. То, что ты вчера видел, это цветочки. Есть более могущественные силы.
Если ты мне доверишься, я смогу решить твои проблемы. Тита тебя больше не побеспокоит. Ты же несерьезно. А ты проверь. Аида, не шути с этими вещами. К тому же я не хочу, чтобы Тита исчез из моей жизни. Нет, хочешь. Пойдем в подсобку. Мне нужно забрать машину. Ну ладно. Ты знаешь, где меня найти. Эй! Положи на место. Отпусти меня! Тита, это ты? Что ты тут делаешь? Что это? Ты совсем дурак? Глазам своим не верю. Ты у меня воруешь? Воруешь? Ничего я не ворую. Это больше мое, чем твое. Когда же ты поймешь? Скажи своему другу, чтобы все вернул. Куда ты? Пусти! Ты никуда не пойдешь. Я сказал, пусти! Заруби себе на носу. Я унесу все, что мне вздумается. Я буду портить тебе жизнь, пока ты, наконец, не уберешься. Ты понял? Понял! Здравствуйте, вы позвонили в Radical Music. Оставьте сообщение после сигнала. Антонио, это Аида. Мне позвонили со студии, все серьезно. Алло? Алло? Алло, Аида. Все хорошо? Нет, не хорошо, Аида. Сейчас не лучший момент. Что с тобой? Тебе что-нибудь нужно? Хочешь, я приеду? Нет, лучше ты ко мне. Спасибо, я... Давай скорее. Спасибо, уже еду. Мой. Я не сомневалась. Мне понадобится ваша услуга. Все, что попросишь. Я не хотела спрашивать напрямую, вдруг ему будет не по себе. Надо же такому произойти с его отцом. Это не шутки. Да. Он держится, более или менее. Хотя бы вы снова вместе. Слушай. Вы еще не... Ну, ты знаешь... Сплетница. Ну? Что, ну?
Но вы так и не... Нет, так и нет. И чего же? Пойдем, а то опоздаем. Ты этого хочешь? Да. Наверное. Наверное? Я с начала года выслушивала твои глупости про Дамиана. Может, лучше подождать подходящего момента? Валерия, есть моменты. Моменты, которые нужно организовывать. Сделай что-нибудь, ну же. Что сделать? С некоторыми вещами ты очень умная. Автор описывает свою любовь к Аннабель Ли, которая началась давно в королевстве Приморской земли. Она была настолько сильной, что ангелы стали ревновать. И из-за ревности ангелы забрали Аннабель, убив ее. Как и в других поэмах По, Улалюм, «Кто и что в раю», «Ворон», мы видим смерть молодой и красивой девушки. Но если в «Вороне» автор знает, что никогда не увидит свою возлюбленную, в «Аннабель Ли» он остается с ней в раю, который По называет «Королевство Приморской земли». Скажи, Натаэль, это того стоит? Стоит так стараться ради них? Что ты от меня хочешь, Алексия? С чего бы начать? С того, на чем закончила в прошлый раз. Только давай быстрее. Да уж, если захочешь, ты умеешь обращаться с женщинами. Женщинами? Это не про тебя. Спасибо. Это не комплимент? Для меня – да. А побыстрее никак нельзя. Ты хочешь, чтобы Валерия пала в руки к Дамиану? Это может быть только потому, что ты хочешь оказаться среди наших. Разве нет? Тогда почему ты ее не предупредишь? Почему не скажешь, кто такой Дамиан? Она узнает сама. Даже если будет слишком поздно? Никогда не бывает слишком поздно. И таковы правила. Ты создаешь мир с правилами, которые его же и уничтожат. Валерия пойдет, как и я. Она пойдет по моему пути. Алексия. Что? Да. Это того стоит. Это твой дом? Временно. Это дом друзей. Потом я вас познакомлю. Они душки. Похоже, разговоры с Тито не помогли. Он меня не слушает. Нет. Он только бьет тебя, грабит, унижает. Ты так боролся за этот магазин, а сейчас просто потеряешь его. Так не должно быть. Разве что ты начнешь действовать, пока не поздно. Кому? Как? Ты правда думаешь, что он может просто так исчезнуть? Я никогда не шучу о таких вещах. Но... Ты убьешь его? Нет, что ты говоришь? Но тогда как? Так же, как я могу сделать так, чтобы твои раны больше не болели. Просто доверься мне. И что мне делать? Скажи ему. Да, ну как сказать? Словами. Да, слушай, Дамиан, я хочу с тобой переспать. Например. Нет, Иса, у меня так не получится, я не такая.
Ты поздно. Я занимался. Мне пора идти. Куда? Я договорилась с Исой. Она придет к нам на ужин. Отлично. И для этого ты меня сюда позвала. Что-то случилось? Нет, ничего плохого. Повернись. Дамиан, если ты хочешь меня о чем-то попросить, попроси. Что бы это ни было, я скажу «да». О чем ты? Не притворяйся дурачком. Давно не приходила. Мы уж думали, что у Валерии другая компания. Нет, просто из-за расписания в баре иногда не получается. Как дела в школе? Хорошо. А оценки? Мама. Что? Меня не радует, что ты работаешь в баре. Да, мама говорила то же самое. Но сейчас оценки стали лучше. И я хочу поступить в университет за рубежом. Нужно копить. Какая ответственная. Я тоже стану ответственной и буду работать в баре. Завтра вечеринка в Божественной комедии. И ты хочешь пойти? У меня нет проблем с учебой. Главное, приди вовремя. В этом и дело, я не приду. Что? Она останется у меня на ночь. Это почему? Чтобы не возвращаться одним. Не проблема, я за вами заеду. Мама, мы давно не ночевали вместе, и впереди выходные. Это в пятницу, на следующий день нет уроков, я приду утром. А мне можно? На вечеринку или ночевать с Исой? Это подношение. Они должны быть готовы отдать жертву Манье. Ты в это веришь? Я человек очень-очень религиозный. Твоя очередь, Антонио. Давай, ты не можешь отступать. Выпей. Он взывает к Лоа, чтобы они ему помогли. Дай ему шапку. Приведите девственницу. Девственницу? Девственницу? Нам нужна ее кровь.
Нет, и не мечтайте. Ты должен это сделать. Всего маленький порез. Ну же! Тито тебя больше не побеспокоит. Тито, это снова Антонио. Я хотел, чтобы ты знал, что я не злюсь, если ты поэтому не приходишь домой. Хорошо? Позвони мне. Пока. Помогите! Помогите! Кто ты? Где ты? Ты меня слышишь? Да. Ты должна вытащить меня. Вытащи меня отсюда. Я больше не могу. Где ты? Не знаю. Не знаю. Меня похоронили. Это чертов гроб! Кто ты? Мне знаком твой голос. Я Энрике. Энрике Гарридо. Тито! Пасынок Антонио из музыкального магазина? Да, да. Пожалуйста, помоги мне. Не волнуйся. Держись. Я вытащу тебя оттуда. Антонио. Валерия, как ты? Где Тито? Что ты о нем знаешь? Прости, минутку. Сейчас я к тебе подойду. Вчера он был здесь с друзьями, грабил магазин. Они унесли 4 гитары. Наверное, продали их и тратят деньги. Антонио, он в опасности. Откуда ты знаешь? У него были враги? Кто-то мог причинить ему вред? Антонио, ты меня слушаешь? Мы должны найти его. Валерия, спасибо за беспокойство, но я тут ни при чем. Антонио, кажется, его похоронили заживо. Ты имеешь к этому отношение? Что ты сделал, Антонио? Что?
Помогите. Тита, где ты? Сейчас. Здравствуй. Аида здесь? Мне нужно с ней поговорить. Где Тито? Привет, Антонио. Ответь, пожалуйста, что ты с ним сделала? Разве ты не этого хотел? Чтобы он исчез из твоей жизни? Я не хотел причинять ему вреда. Ты не причинил. Аида, пожалуйста, меня заверили, что его похоронили заживо. Кто это сказал? Какая разница? Кто? Девушка. Валерия. Кто это, Валерия? Откуда я знаю? Это правда? Хватит. Я сделала, что ты хотел. Так что отстань от меня. Кто это, Валерия? Одна соплячка, но иногда она может быть очень надоедливой. Да. Валерия, это Антонио. Отчим Тита. Ты была права. Ему что-то сделали. Где ты? На кладбище. Подожди меня. Никуда не уходи. Я сейчас приеду. Валерия, ты знаешь, где он? Нет, но он должен быть здесь. Я знаю. Откуда? Знаю и точка. Хочешь это обсудить? Что я наделал? Господи, что я наделал? Иди туда. Тито! 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 Он тут? Змея. Вчера я видел такую. Она была на церемонии. Что за церемония? Они там. Где? Тито! Тито! Антонио! Здесь! Тито! 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 Тито, мы тебя вытащим оттуда! Держись! Держись! Аида Уаде! Аида Уаде. Аида Уаде. Что-то не так. Отойди, я вытащу его. Антонио! Антонио!
Так вот, кто вмешался. Кто ты? Аида Уаде. Радужная змея, госпожа мертвых. И я покончу с тобой раз и навсегда. И это все, что ты можешь? Ты не можешь ничего мне сделать. Я могу сделать тебе такое, о чем ты даже не представляешь. Это только начало. Слишком поздно. Тебя уже ничто не спасет. Аида Уаде! Аида Уаде! Аида Уаде! Нет! Тито! Держись, я тебя сейчас вытащу. Тито, я сейчас. Тито. 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 Как ты, Тито? Тито. Прости меня. Прости. Прости меня, Тито. Прости меня. Прости. Аида проиграла. Аида Уаде? Великая Аида возвращается в ад. Валерия. 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 Похоже, Аида не была такой уж великой. Похоже. Аида. Аида. Антонио и Тито в итоге помирятся. Сейчас у Тито трудный возраст, но он повзрослеет. Со всеми это бывает. Поздравляю, Валерия. Ты отлично справилась. Ты меня поздравил?
На самом деле, это благодаря мечу. Да, меч появился, и он помог тебе. Но его появление — это знак. Знак чего? Того, что я в тебе не ошибся. Спасибо. Тебя еще нет. Ладно, я еду. Увидимся, целую. Пока. Встреча? Да. С Дамианом? Да. А что? Натаэль, что такое? Ты мне что-то хочешь сказать? Нет. Ладно, я еду. Увидимся. Целую. Пока. Валерия. Не совершай глупость, не слушай Натаэля. А что, если бы ты смог сделать так, чтобы она тоже жила вечно, если бы она смогла быть с тобой до скончания дней? Привет. Я уже собиралась выходить. Родители думают, что я ночую у Исы. Валерия. Дамиан, только не опять, пожалуйста. Не волнуйся, но не здесь. Не приезжай домой. Почему? Мы пойдем в другое место. Куда? В наше королевство Приморской земли. Отец возил нас сюда в детстве. Это дом человека, который охраняет лодки. Потом я бегал сюда с друзьями, пока нас не поймали. И по-твоему, это Приморская земля? Да. Это море, а это наше королевство. А ты моя Аннабель Ли. И ни ангелы неба, ни демоны тьмы разлучить никогда не могли. Не могли разлучить мою душу с душой обольстительной Аннабель Ли. И всегда луч луны навевает мне сны о пленительной Аннабель Ли. И зажжется звезда, вижу очи всегда обольстительной Аннабель Ли. И в мерцании ночей я все с ней, я все с ней. С незабвенной, с невестой, с любовью моей.
И зло объявит о приходе царства своего, окутав ночь морем тьмы. Ночь без луны. Пророчество сбывается. Надо же, как рано. Я же обещала. Как прошло? Это лучшая ночь в моей жизни. Вот это да. Надо как-нибудь сходить в этот бар. Кстати, вы видели лунное затмение? Какое затмение? Вчерашнее. Было прекрасно. Валерия, вчера не было никакого лунного затмения. Точно? Конечно. Что ты пила? Даже луна у тебя исчезла. Санти. Ну, правда же? Санти. Что я наделал? Смотрите в следующей серии. Ты можешь вернуть своего коня? Выбери другого, который займет его место. С таким учителем легко выучить урок. Мне нужно идти. Какая жалость. Ты брат Валерии? Да. Передавай ей привет от меня. Ты ее знаешь? Она сказала, что твоя подруга? Да, знаю. Ты правда думаешь, что она на такое способна? Не сомневайся, она уже должна быть не в себе. С тобой что-то не так? Да все прекрасно. После того, как мы это сделали, я полна энергии. Делай, что я говорю. Бросьте палку. Что вы делаете? Это моя лошадь, и я делаю, что хочу. Какая разница, умрет ли это ничтожество, если Мануэль выживет? Я понимаю, почему Руди ушел из дома, чтобы не терпеть вас. И я сделаю то же самое. Чего же ты ждешь, Натаэль? Куда ты делся? Я все еще верю в Валерию. Санти, ты можешь спасти своего брата. Ты знаешь, что нужно сделать. Давай. Валерия! Soy un ángel caído, ¿no? We'll be right back.